Нужны ремонт дома, детская площадка и парковка. С этими и другими вопросами сегодня обратились жители края к депутату Государственной Думы страны Александру Ищенко. 3 недели в месяц депутат трудится в столице, остальное время проводит на Ставрополье. В региональной приемной Дмитрия Медведева парламентарий разбирался в проблемах посетителей и рассказал о программах «Единая Россия», а также о работе в Госдуме. Сегодня очередной прием. К нам записалось почти 20 человек сегодня. И мы принимаем как приемные партии, потому что мы дали объявление в городе Ставрополе. И в частности в нашем промышленном районе, который я представляю, промышленный район, мой избирательный округ входит. Поэтому прием ведем не только с нашего района, но и записались из других районов. И даже приехали из сел Шпаковского района.